Всем здравствуйте! Во дворе нашего дома есть детское футбольное поле, которое мы оборудовали для наших детей, наверное, ну, примерно где-то 10 лет тому назад. Поставили ворота, такие обычные, какие-то детские. Вот одни ворота, а вот другие ворота. Здесь между воротами примерно метров 40, ну, может быть, 35. Дети здесь вот играют в футбол. Но однажды возникла идея, чтобы сделать волейбольную площадку. И вот сейчас я вам покажу, как мы эту площадку реализовали на практике. Вот смотрите, одни ворота, другие ворота. Расстояние довольно большое и поле довольно широкое. Я как глава СББ, СББ это объединение совладельцев многоэтажного дома, вот на мне как бы на меня повесили идею, я должен был ее реализовать. Как мы ее реализовали? У нас вот здесь есть один столб. И я решил как бы отталкиваться от этого. Вот столб. Здесь мы вкопали другой столб на другой стороне футбольной площадки. Приварили к столбу вот такое ухо и натянули между столбами трос обычный металлический, так, не знаю, поймает или нет фокус, вот. И уже от этой конструкции, вот этого троса я как бы отталкивался. То есть идея такая: если широкая площадка, значит, нужно натянуть металлический трос на высоте, сколько там, 2,40, волейбольная площадка. То есть дети могут, если сетки нет, дети могут без проблем бегать по футбольной площадке. В любой момент, если нужно, сетка натягивается, и они играют в волейбол. Поиграли в волейбол, сетку убрали. Вот как сейчас сетка у нас убрана. Вот сетка убрана в сторону. Вчера дети играли в футбол. Если нужно поиграть в волейбол, сейчас покажу, как происходит натягивание сетки. Итак, все очень просто и, как видите, очень быстро. Сетка висит на тросе. Прикрепил я ее туда при помощи вот таких вот зажимов пластиковых. Поэтому вы знаете. Благодаря этим зажимам она скользит. Можно было одеть вот такая, здесь есть чехол как бы такой специальный на сетке. Но если вот так несколько раз эту сетку туда-сюда сложить, разложить, то эта штука обязательно была бы уже в дырках. Теперь далее. Здесь, конечно, расстояния не хватает. Поэтому вот шнурок такой вот обычный, бельевой, поехал, купил там за деньги в магазине. Вверху растягивается сетка вот здесь, и внизу тоже растягивается к столбу. Дети играют без проблем. Поиграли, развязали, убрали в эту сторону и играет в футбол. Вот такая вот у нас идея реализовалась, такое наше ноу-хау. Волейбольная площадка на футбольном поле. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.